Странный ты. С животными тебе проще, чем с людьми. Да, они понимают меня. Я спас Джорджа, когда ему было 2 года. Без меня он бы не выжил. Он определенно вам доверяет. Вчера он был 2 метра ростом и весил 220 килограммов. Джордж, ты как, приятель? Тебе страшно? Ничего. А утром 2,70 и почти полтонны. Что с моим другом? Вы слышали о генетических изменениях? Они могут быть совершенно непредсказуемыми. Он один такой? О, а вы не слышали о 9-метровом волке? Приближается! Ну и денек, да? Плоды научных трудов валятся прямо с неба. Это большая ошибка перевозить Джорджа на самолете. Уверен, мы справимся. Летим спасать мир. Сейчас вспомню. Руки помнят. Чикаго нужно эвакуировать. Джордж не хотел этого. Они убьют его. Я не допущу этого. Что это там в реке? Вот только гигантского крокодила нам и не хватало.